Всем доброго времени суток, дамы и господа, здравствуйте. Здравствуйте, давайте проверим нашу обратную связь по десяткам, пожалуйста, в чат. Кто меня слышит отлично, поставьте 10. Кто хуже, поставьте меньшую цифру. Но я думаю, что вам нужно подкорректировать у себя, потому что у меня динамики, в принципе, хорошо бегают. У себя можно подкорректировать в правом верхнем углу вашей вебинарной комнаты. Угу. Так, 10 есть. Замечательно. Всем доброго, позитивного дня, плодотворного дня. Ну, а сейчас, конечно же, открытие к информации тем, кто у нас впервые на нашей встрече здесь, в вебинарной комнате. Ну, а тем, кто уже не впервые, еще раз что-то для себя прояснить, чтобы провалился очередной жетон, чтобы вы реально понимали, в какое место вы попали. Потому что в интернете очень многие люди реально не понимают, где они находятся и что они делают, и вообще зачем они в интернете. И, к сожалению, люди не совсем осознают, что благодаря интернету, даже порой не выходя из дома, можно делать большой и многофункциональный, да, еще и международный бизнес. Вот у нас как раз-таки предложение для тех, кому надоело все время что-то начинать в каких-то проектах. Да. Мы предлагаем рассмотреть большой и многомиллионный долларовый бизнес. И это не просто слова, это действительно у нас есть в нашей системе, она позволяет зарабатывать огромные суммы денег, но опять же для тех людей, которые становятся профессионалами в нашей системе, то есть те, которые занимаются своим бизнесом, именно занимаются бизнесом. Мы не проект в интернете, мы международная корпорация, мы международный бизнес, корпорация Constellation Luck мы называемся, а так в принципе Constellation Luck это мы, то есть это объединение людей, которые хотят не просто выживать, а хотят жить, но еще и процветать. Мы представляем из себя электронную сеть плюс профессиональное обучение. И обучение, естественно, по разным совершенно, скажем, параметрам, да, человека, в различных направлениях, как раз все то, что необходимо для того, чтобы человек становился процветающим и богатым, собственно, жителем планеты Земля. Именно для этого создана наша платформа, именно для людей. И на данной школе с вами я, Наталья Жукова, сегодня, в субботу в 15 часов, и в 17 часов я тоже буду с вами здесь же в комнате. Вот сейчас на данной встрече мы разбираемся, скажем, в некоторых моментах нашего финансового плана, а именно в подарочных программах. То есть у нас очень многогранный финансовый план, но опять же повторяюсь, потому что у нас большой многогранный бизнес с большими деньгами. И соответственно, вот то, что вы сейчас видите перед собой на этих картинках, это все наши финансовые предложения, это все наш бизнес-план. То есть это наши источники дохода, их 16 в одном кабинете, то есть на одной платформе у вас будет 16 бизнесов. В одном месте, и создавать вы их будете с одними и теми же людьми, с вашими настоящими единомышленниками, с теми людьми, которые действительно пришли в интернет по-взрослому, зарабатывать серьезные деньги, те, которые хотят их зарабатывать в надежном месте, чтобы не было, скажем, каких-то подвохов, обманов и так далее. То есть мы уже работаем третий год, и работаем как бы успешно, да, о нас многие знают, мы шлифовались, естественно, и сейчас корпорация в самом расцвете, особенно после того, как мы встретились на Земле и провели бизнес-форум Constellation Luck в Сочи. Так вот, друзья, вот все то, что вы сейчас здесь видите, вот эти части, они разбираются в 17 часов по Москве, то есть то, как там происходит движение, как там заполняются бизнес-места, как там выстраиваются партнеры, как их выстраивает робот, да, а где не робот выстраивает. То есть об этом мы будем говорить в 17 часов. А сейчас мы с вами будем разговаривать вот об этих программах. Спутник 10, спутник 100 и спутник 1000. А также о программе «Ключик» и «Ключ». То есть все остальные шестеренки мы будем разбирать в 17 часов по Москве. Почему мы вынесли это на отдельную встречу?
Все дело в том, что эти программы, в них также зарабатываются деньги, но и плюсом еще и подарки за то, что мы зарабатываем деньги. И при всем при этом все эти программы, они связаны с остальными программами. То есть они не работают как что-то, знаете, вот обособленное. У нас вообще нет обособленных таких вот отдельных каких-то телодвижений, выстраиваний команд и так далее. У нас одна и та же команда вместе с нами двигается по источникам дохода на полном автомате. И вот эти программы жилищные, да, они связаны. Жилищные программы, ключик, да, в общем-то, ключ является жилищной программой. Они также связаны с общей автоматизацией, так же, как и программы «Спутник 10», «Спутник 100» и «Спутник 1000». Подарки просто там разные. Подарки, ну вот вернусь, допустим, на этот слайд, да, вы видите, здесь стоит дом. Причем вы будете сами выбирать, каков он будет, ваш дом, где он будет находиться, какого вида, да, какой формы, какого цвета и запаха и так далее. То есть это 100 тысяч долларов на покупку недвижимости в программе «Ключ». Мы это разберем. И мы разберем «Спутник 10», там украшения в подарок из нашего интернет-магазина, «Спутник 100», техника, iPhone последней модели или профессиональный ноутбук, и автомобили Toyota RAV4 или Kia Sportage на выбор, это по «Спутнику 1000». То есть здесь представлены самые такие вкусные, да, подарки. Но повторяюсь, это реально настоящие подарки, потому что люди занимаются бизнесом, все программки вращаются, все это связано друг с другом, и само по себе идет движение именно к подаркам, само по себе, то есть подарки приходят сами к нам, тогда, когда мы делаем этот бизнес и зарабатываем деньги здесь и сейчас в свою семью. И очень классно нам в этом помогает наш робот-автомат. Итак, давайте взглянем сейчас на программы спутника, да, то есть на эти тарифы. Здесь три тарифа, то есть спутник в каждом кабинете имеет три тарифа – 10, 100 и 1000. Поставьте мне, пожалуйста, сюда пятерки, те люди, которые вообще не разбирались в наших подарочных программах, никогда. То есть вы вообще впервые слышите, и вы можете мне сейчас говорить: Наталья, да везде есть подарки. Дело в том, что подарки подаркам рознь, и везде совершенно разные условия для получения подарков. У нас они самые простые, самые доступные для каждого абсолютно человека. Если здесь есть те люди, которые впервые слушают эту встречу, поставьте 5. А я пока продолжаю. Так вот, у нас подарки, которые не завязаны со временем. То есть нам компания не говорит, что мы должны уложиться в определенное время, иначе мы вылетаем из этой подарочной струи, да? Никуда мы не вылетаем, просто дело за следующим. Кто-то раньше, кто-то позднее получит подарки, и это зависит от нас, от людей. Насколько мы быстро принимаем решения, насколько мы чувствуем свое сердце, насколько мы вообще хотим, знаете как, насколько мы осознаем, да, сколько лет нам еще отпущено на этой планете, насколько мы ценим свою жизнь. Вот от этого именно зависит движение. Но для того, чтобы вы понимали, когда у вас закроются, да, вот эти подарочные программы, когда они вообще, когда к вам подарки придут, необходимо в них разбираться. Итак, разбираемся. Почему здесь написаны зеркальные кабинеты? Дело в том, что компания настолько интересно создала свое вот это бизнес-предложение, что вот это условие зеркальных кабинетов, да, то есть чтобы у нас был не один кабинет, а три. Причем второй и третий – это отзеркаливание всего вот того, да, что происходит в первом кабинете. Отзеркаливание команд, отзеркаливание как бы, точнее не отзеркаливание программ, а отзеркаливание людей и выстраивание программ так, как должно быть по маркетингу. То есть в каждом кабинете вот свои эти 16 источников дохода. И получается так, что вот это условие для получения подарков, вот этих подарков, оно еще и мега интересно тем, что у нас создается тройной денежный поток с одними и теми же единомышленниками. То есть мы, когда приходим на платформу, берем сразу три реферальные ссылки у одного человека, у нашего пригласителя, у наставника, которому будет очень интересно, чтобы мы зарабатывали деньги. Ему будет автоматизация зарабатывать на пассивном, скажем так, уровне, да? То есть ему интересно, чтобы мы зарабатывали деньги. Так вот, три личных реферальных ссылки от одного человека. Значит, мы у одного человека встали и в первый кабинет, и во второй, и в третий. Отзеркалились.
И то же самое будет с его вторым приглашенным, и то же самое будет с третьим приглашенным. То есть, по сути, как бы стали 9 аккаунтов, да, если суммировать первый, второй и третий кабинет. Но это всего-навсего 3 человека. И они в первом, и во втором, и в третьем кабинете. То есть мы уже встаем на путь выполнения условия по подарочным программам, то есть зеркалочка, да, 3 зеркальных кабинета. И у нас уже, в общем-то, 3 партнера за собой. Это то, что должен сделать каждый для своего бизнеса. Повторяюсь, для своего бизнеса. Что хочу еще сказать сразу, да, вот по этому поводу. У нас зачастую первый кабинет является самым рабочим, самым денежным. То есть в каждом кабинете одно количество программ, да, идентичное, 16. Но получается так, что первый кабинет, как правило, у людей там большее количество программ открыто. Он самый такой денежный. И мы рекомендуем минимально во втором и в третьем кабинете запустить спутник 10. Минимальное. Запустите соточку, большие молодцы, кто первый стал, того и тапки. Почему? Потому что здесь идет четкая прогрессия двойки, четко ограниченные уровни. То есть сетка внизу в состоянии 7 уровней с прогрессией двойки. То есть вы видите 2, 4, 8, 16. Но так как у нас есть программы утроители, так как у нас есть такое четкое задание, да, чтобы система работала для вас равномерно, классно, 3 ножками, да, чтобы все программы очень здорово двигались, необходимы 3 человека, 3 партнера за собой активных. Да, у вас их будет 10 в первой линии, да, у вас их будет 20. Но самое важное, чтобы были 3 таких, знаете, действительно бизнес-ориентированных людей, которые пришли делать бизнес, а не заскочили в проектик, дабы просто куда-то в очередной раз запулить свои лишние денежки, да? А действительно пришли, приобрели нашу цифровую программу, потому что то, что делает автоматизация робот в Constellation Lab, то это не происходит ни в одном проекте. Вот именно такая автоматизация, она сделана так, чтобы у нас бизнес был долгие-долгие года и приносил все больше и больше деньги. Именно бизнес, понимаете? Поэтому сравнивать нас с какими-то проектами в интернете я вам не советую. Нет, вы, конечно, можете посравнивать, но такой вот долгосрочности, перспектив таких вы не увидите нигде. Осталось дело за малым, разобраться, почему тут Жукова так уверенно, да, об этом говорит. Итак, смотрите, вот эти вот кабинеты, да, я сейчас стою на тариф 10. То есть поймите, в каждом, и в первом кабинете, и во втором, и в третьем, вот здесь вот внизу есть спутник, понимаете, вот он. Вот здесь вот спутник 10, спутник 100 и спутник 1000 в каждом кабинете. Это тройной денежный поток. Делайте один кошелек во все 3 кабинета, и у вас в один кошелек будут сливаться деньги. Тройной поток денег. Разбираем непосредственно, как заполнение идет. Вот как такое получается, что один зашел, 7 получила. Вообще, как такое, да, может быть, как привыкли люди, да, в матрицах, например, несколько человек встали, только один закрыл матрицу, другие еще не позакрывали свои вот эти кусочки, части своей матрицы, да. То есть один только, вот влились несколько, и получается так, что ну, люди остывают, очень много брошенных вот этих площадок, матриц и так далее. Это, конечно, выгодно админам и организаторам, чтобы люди бросали площадки и зависали деньги. Да? Вот. Наша система, она создана так, что 99% сразу распределяется мгновенно в сеть по кошелькам партнеров. И у нас 2 кошелька, да, и плюсом ко всему у нас есть еще кошелек спутника, он как бы отдельный кошелечек, не путайте, то есть у нас есть вкладка в кабинете спутник, встаете туда и видите все. И вот этот кошелек, вот спутника 10, он отдает деньги именно за спутник 10 только при закрытии 7 линий, когда все 254 ячейки заполнены. Но я вас хочу вам обратить внимание, когда у вас закроется спутник 10, все 7 линий, вы уже получаете деньги по многим нашим программам. То есть там все крутится в общем, как бы в общей вот этом, в общей связке обнимается, да, вот эти программки. Получается так, что мы можем купить спутник 10 самостоятельно, так и делают люди. Изначально они покупают несколько программ плюсом спутничек 10. Невелики деньги.
Есть люди, которые не покупают, и тогда им запустит программа «Эконом». Она все равно запустит «Спутник 10». У нас везде привязки и связки. Чтобы не было так, что какая-то программа вот совершенно... Какая-то вот одна, да, не включили, значит, нет источника дохода с нее. Нет, со всех источников дохода у вас будут лететь чеки в десятки раз выше и выше. Сами чеки. Смотрите, когда у нас пришел первый бизнес-партнер, вот мы вышли в «Спутник 10», вот представьте, мы вышли в первом кабинете, во втором и в третьем. Сразу 7 человек и там получили по доллару в кошелек спутника и вас как партнера на какой-либо из уровней. То есть вы вот этой шестереночкой встали к 7 людям и, соответственно, заполнили вот эту брешь вот в этой сети. А когда к вам встает первый, второй партнер, все, на первую линию уже третий не встанет. Он встанет вниз на свободное место, сверху вниз, слева направо, относительно вашей сетки, потому что это ваш личник. Но вы в этом случае помогли, получается, вот этому партнеру. У него тоже начала закрываться первая линия. Вот его первая линия. Внутри вашей вот этой сетки идут сети вот этих вот шестереночек, то есть партнеров. Внутри. А это значит, что мы вместе друг с другом, вместе вот с этими партнерами со всеми создаем и их уровни и закрываемые их уровни. Поэтому один зашел, 7 получило. Когда вот сюда встал ваш третий, вот эта розовая шестеренка, в плюсе вот этот человек, в плюсе вы и в плюсе еще 5 человек сверху. Понимаете? Вот что происходит дальше? Вообще, по-хорошему, да, люди взрослые все, пришли в интернет зарабатывать. Надоело уже им проверять, что кнопочки бабло нет в интернете. То есть интернет интернетом, но работать везде надо. Просто другой вопрос – работать спиной, лопатой и так далее, да? А другой вопрос – работать головой, языком и мышкой. Вот это другой вопрос. То есть у нас, скажем так, интеллектуальная работа, понимаете? Но вот именно эта интеллектуальная работа, она дает очень шикарный результат. 3 человека, вот эти люди, за ними 3 личника пришли в программу «Спутник». Либо нажали кнопки сразу, завели по 10 долларов, либо они вышли с эконома. То есть они работают по эконому, второй цикл их запустил. И получается так, что это же не ваши люди, да, вот эти вот 9 человек от ваших 3, которые, но они же и к вам встают в вашу сеточку. Вот сюда встанет первый, второй, третий от первого человека, от второго вашего встанет вот сюда первый, второй, третий, вот так, если здесь еще не заполнена ячеечка, да, вот здесь вот. Все может быть, что он еще дальше продвинется, если здесь место заполнило, то есть сверху пришли партнеры. Ну, точно так же, как ваш третий прилетел вниз. Понимаете? А вот у вашего вот этого третьего, куда встанут 3 человечка? Вот сюда уже. Потому что первая линия занята не его людьми. Она все равно будет заполняться. И знаете, какая классная штука? Все равно в любом случае заполняются слабые места. Потому что вы же не будете ждать. Я вам всем не рекомендую вот вообще, да? Сидите ждать, когда ваши 3 человека там, допустим, вы их поставили, и вы решили, что все, это ваши бизнес-ориентированные люди. Вы знаете, не питайте иллюзии, я вам могу сказать. Ситуации разные, да? Если вы пришли, и вам нужны срочно деньги еще вчера, да, и вы готовы действовать для этого, вы действуете. Это не говорит о том, что люди пришли и сразу тоже готовы действовать, сразу разобрались, они ночами не спали, как и вы, разбирались в этой системе. Совсем об этом не говорит. Поэтому у вас будет 4-й человек, 5-й человек. Вы будете ставить его в первую линию, вы будете сразу зарабатывать деньги, но у вас еще и будет заполняться спутник, понимаете? Потому что ваш 4-й станет, например, вот сюда, вот здесь будет свободное место. И получается, что вы одолжение никому не делали, у вас заполняются ваши линии. Вам же ваша задача, чтобы ваши линии заполнились. Но получается так, что и вот этот партнер получил поддержку, да? И вот этот партнер получил также и партнера, и по доллару в кошелек. То есть 7 человек получают по доллару. То есть вы никому не делаете одолжение, вы никого специально не толкаете, вы работаете просто в своем бизнесе. Понимаете? Но получается так, что мы и еще и одновременно толкаем и помогаем нашим партнерам. Это вообще во всех программах, понимаете? То есть у нас бизнес таков, что нам не нужно
наклоняться постоянно, и потом уже не наклонишься, когда идет юбка, когда четко все по три ставят. Наклоняется, наклоняется лидер, наклоняется, наклоняется, а потом уже не наклониться, не достать. И он говорит, да что это такое? Я пахал, 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 я что-то все кого-то толкаю, 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 а у меня-то где что? А потому что неправильно делаете изначально. Вы потому что не слушаете, вы пришли со своим опытом, матричным, площадочным и так далее. Так вот, значит, всех своих лично приглашенных по своей реферальной ссылке. Наполняется вот здесь 25 партнеров, и система взглянет на эконом. Если вы не купили сразу эконом, она запустит. Но люди покупают сразу, потому что в экономе быстрее наличные деньги. Понимаете, чем когда тут вот спутник все заполнит? Эконом активирует сразу. Но если он даже не сактивирован, система сактивирует. Она как раз-таки во втором и в третьем кабинете. Вот так как вы там только спутник, например, включили, большинство сейчас работают именно такой стратегией. Вот она как раз-таки во втором, вот эти же самые люди у вас будут во втором и третьем кабинете, и она как раз-таки будет суммировать 25, и человек заходит и думает, слушай-ка, недавно было 23 доллара в кошельке спутника во втором кабинете, ну и в третьем, а сейчас там 1 доллар. Куда делись мои деньги? А деньги пошли на активацию эконома. Во втором и в третьем кабинете система вам будет запускать и там весь алгоритм наших 16 источников дохода. Понимаете? Она сама там это будет делать. Вы просто строитесь, да, вот по первому кабинету, но давайте свои три реферальные ссылки. То же самое будет во втором. И если система, допустим, увидит, что далее идет заполнение вот сюда, вот неважно, каким вот углом это происходит, да, какой сторонкой это происходит, накопились еще 50, либо, если был запущен эконом, то еще 25 накопилось, система посмотрит на зодиак. Неважно, в первом кабинете речь идет, во втором или в третьем, все идентично. Система посмотрит на зодиак. Если нет его, она его запустит. И далее будет копить. Вот когда вот здесь заполняются линии, до 100, чтобы запустить спутник 100. И уже когда все вот эти 254 заполнились, она уже остаточки денег отдаст на вывод. Но если вы сами запустили и включили сразу изначально эконом, зодиак, спутник 100, ну тогда эти все деньги придут на вывод. И вот представьте, это в первом кабинете, да? Во втором там бывают некоторые расхождения, да? Кто-то быстрее кнопку нажал, кто-то медленнее. Кто-то ошибся, сначала одним кабинетом работал, потом побыстрее побежал, значит, к спонсору за второй, за третий ссылкой. Опять же, делаете так, что неровненько идут эти кабинеты. А могли бы делать так, чтобы они ровно шли, ребята. Что в первом кабинете 130 уже накопилось, да, что во втором, что в третьем. Одни и те же люди. Вот просто надо изначально слушать специалистов, да, системы, и делать так, как, потому что мы прошли такой опыт здесь, мы столько шишек тоже проходили, понимаете, мы же все это видим, исходя из опыта. Поэтому нужно слушать то, что мы говорим. Итак, вот что в первом, что во втором, что в третьем, нужно понять, все те же 16 источников дохода, тройной поток денег с одними и теми же людьми. В первом, если включены программы, значит, спутник отдаст просто деньги на вывод, всю эту сумму, да. А во втором, в третьем он отдаст, когда заполнится, за минусом тех программ, которые он включал, если вы зашли во второй и активировали там только спутник 10. Только спутник. Есть команды, которые, например, говорят, да мы будем сразу тремя экономами работать, там, например, да, на трех кабинетах. Но не вопрос, это тоже ваше право, только спрашивайте верхних вообще, находятся ли они в тех программах, которые вы хотите активировать во втором и в третьем кабинете. Потому что, ребята, что хочу вам сказать всем. Роботу по барабану, знаете ли вы маркетинг, ходите ли вы на школы, есть ли у вас времени или нет, он четко срабатывает и делает так, как ему нужно. А вы потом изумляетесь и удивляетесь, почему вас кто-то обогнал, потому что вы не мониторите свой бизнес, потому что вы не считаете нужно встать на кнопку «Структурный вид», посмотреть вот этого каждого человека, который у вас находится в сети. То есть вы встали на него, и вам система показала, как у него 7 линий заполняется, а сколько у него уже денег наприлетало, вы все посчитать можете. А когда он собирается в эконом, например, да, во втором кабинете, а есть ли я в экономе? Потому что такое может быть, что у него работа под ним пошла быстрее по спутнику. И у него быстрее накопления произошли. Еще раз повторяюсь, роботу все равно, что мы тормозим, что мы не догоняем, да, для этого мы проводим столько школ, ни один проект так не делает. Живые школы 3 раза в сутки, все 6 дней в неделю.
Поэтому не удивляйтесь, что, например, вот у этого человека, например, да, вот это, к примеру, его личник. И вот у этого личника пошло заполнение быстрее, вот здесь вот. Вот здесь у него пошло быстрее. А вот здесь вот все стоит. Вот на левой как бы стороночке, да, вот эти вот ячейки, они не заполняются. Естественно, он просто-напросто, вот этот человек, он быстрее двигается. Все. Все очень просто. Это касаемо первого, второго и третьего кабинета. Смотрите, что я вам покажу. Вы видите, что связка произошла между спутником 100. А спутник 100, вот когда, кстати, вы вот эти вот все три кабинета у вас прошли, да, 7 уровнями заполнились, вы заходите в наш интернет-магазин, у нас он у каждого, в доступе кабинет в интернет-магазине. Выбираете украшения, гарнитур, колье и браслет. Компания вам отправляет. То есть это бонус. Это такой вот приятная такая вишенка на торт, да, как мы говорим. А, у вас уже работают программы. Уже много программ работает. Да, в любом случае, когда заполнится 7 линий, в любом случае будет работать уже и эконом, и зодиак, и спутник 100. И туда будут лететь ваши партнеры, потому что у них тоже все заполняется и суммируется. Одновременно вместе с вами. Почему мы говорим, что у нас система, когда одновременно с лидерами зарабатывают и их партнеры? То есть у нас все зарабатывают. Не путайте вообще там какие-то пирамиды, какие-то, я не знаю, матрицы, там площадки, бинары классические и так далее. Не надо путать с нашей системой. У нас зарабатывают все одновременно. И идет суммирование. Соответственно, люди летят уже к вам и в эконом, и в зодиак, и спутник. Даже если они сами лично его не купили. Их спутник туда все равно выведет. И их людей туда выведет. И тех людей туда выведет. Просто работать именно спутником, именно заходить в систему на $10, мы не советуем. Это очень длительный путь к открытию программ. Но вы в любой момент можете включить любую программу. Завести деньги в накопительный, добавить, если там уже что-то есть, например, в основном накопительном кабинете. Спутник? Нет. Спутник вы добавить денег не сможете. А вот в накопительный, чтобы включить там эконом, да, зодиак, там, например, спутник 100, да, там вы сможете сделать. И вот соточка у вас уже работает, но здесь есть очень классные приятности по соточке. И по сотне, и по тысяче. Она, по сути, заполняется точно так же, как и десятка. То есть люди туда вылетают, ваши лично приглашенные, их лично приглашенные, тех лично приглашенные, все это ваша сеть из 7 линий. Но здесь есть очень классная поправка, которую сделали последнее время по предложению партнеров. У нас вообще все рассматривается на совете директоров, у нас 10 лидеров рассматривают вот эти предложения. И если они идут на благо нам всем, то есть работающим партнерам, значит это вносится в корпорацию. Так вот, что сейчас есть? Вот если десятка, она не отдаст деньги, которые входят в кошелек десятки, пока не закрылось 7 линий, то эта система сотни и тысячи, она отдает деньги. При наличии трех партнеров, трех личников. То есть никогда 7 линий закрылось, а когда три личника. И вот смотрите, первый человек, второй, третий в вашей системе, у вас $30 выпадает на кошелек на вывод. И вот представьте, вот этот вот человек активно работает. Вы, может быть, спите в это время, а он работает. Он там, разница у вас во времени, например, да? И к нему приходят люди. А сейчас люди также стараются быстрее включить спутник 100. Это, опять же, поближе, рядышком, да, на верхние уровни с активными людьми. Это, в принципе, правильная логика. Но не так, чтобы зайти и сидеть рядышком, да, вот под крылышком с активными людьми. Понимаете? Поймите, вы вместе с наставником заполняете и свои уровни, и его уровни заполняются. Это совместная работа. И, конечно, чем ближе вы к наставнику, тем вам интереснее. Поэтому сейчас активно берут сотню. Уже сегодня тоже были активации в сотом спутнике. Это либо автомат вывел, либо человек завел деньги и сам нажал кнопку. Потому что когда вот этот ваш работает, даже когда вы спите, к вам просто тупо летят по $10. 4 раза, 5 раз. И он ловит, и вы ловите. И вот этот человек, да, денежку получает. И вот эти люди получают денежку, и вы получаете по $10. 7 человек сразу. 7 человек сразу. Не тогда, когда закрылись 7 линий, а сразу на кошелек на вывод при квалификации 3 партнера. Имейте в виду, у вас тем временем уже будет работать программа 1000.
Если вы заходите, активно действуете, вы работаете в ключике, у вас идет прокрутка, у вас 1000 запустится. Возможно, вы не ждете, у вас где-то произошло накопление, да, вы, собственно, или заработали, вы быстрее в 1000 хотите войти, никаких проблем. Никаких проблем. Вот здесь вот 7 линий при заполнении. Вы уже повыводили, да, эту сумму денег, вот эту, по десяточкам, да, к вам наприлетало. Вы уже потратили это давно. И у вас в первом кабинете, во втором, когда это произошло, и в третьем, когда произошло, выбираете iPhone последней модели или профессиональный ноутбук. Спутники долго дорабатывались, ребята. Вот долго шлифовались, чтобы было интересно всем, вот чтобы было интересно партнерам. Поэтому все в ваших руках. И автомобили вот могут получить наши новенькие, первые, получить автомобили. Просто начать действовать и работать, не оглядываясь, да, назад, а действовать, двигаться вперед. Вот эта программа, я еще раз повторяюсь, при активации, это не ваши будут люди, а может быть и ваши. То есть у вас будет здесь 3 человека, ну вот допустим, вот заполнены вот эти линии, да, первый, допустим, подключил 2, и второй подключил 2. Ну, ваш четвертый-то куда придет? Да туда, чтобы у вас все заполнялось. А именно, вот сюда, сверху вниз, слева направо, на свободное бизнес-место. Ваш новый лично приглашенный. Заполнится вот это дело? Куда придет ваш новый приглашенный? Вот сюда. Вы же пришли бизнес делать. А не смотреть и не оглядываться на людей и думать, слушай, а ты вообще, да, вот кого пригласили, да, мы иногда несколько в шоке от того, какими масками приходят люди, да, и так далее. Вот. Но просто человек иногда питает иллюзии, что вот он сюда зашел и вдруг стал сказочно богатым. Он потом понимает, ой, батюшки, а здесь же еще и головой надо думать, а здесь же еще и делать что-то надо, чтобы богатым-то стать. Ну, как-то так, да, надо. Я всегда говорю, не хотите работать с сетями, не хотите работать в бизнесе рекомендаций, мы работаем с цифровым уникальным продуктом, финансовым продуктом. Не хотите за прилавок, на завод, на предприятие, в госучреждение и на пенсии я в конце жизни. Никаких проблем вообще. Никто никого не заставляет. Слава Богу, люди просыпаются, слава Богу. Начинают понимать вообще, для чего они пришли в этот мир и как у них происходит жизнь. Спутник 1000. Перехожу на спутник 1000 и показываю, он точно такой же. Точно такой же, тоже 3 квалификации и по $100 будет лететь на кошелек на вывод. Неважно, ваши это люди, не ваши это люди ваших людей. Сразу один вышел, 7 получила. 7 получила сразу, понимаете? Вот вышел вот сюда вот ваш человек, да? Вот пришел вот сюда партнер. Он работает по программам в экономии, в бизнесе, в зодиаке. Он перелетает по программам к верхнему наставнику. Наставник к вам, например, да, прилетает. И у него вот здесь вот идет выстройка. Он работает активно ключиком. Второй цикл ключика запускает спутник 1000. Второй цикл ключика. Ключик – это мостик в программу «Ключ». Мы сейчас с вами посмотрим эти программы. Ну вот сюда вот приходят люди, но это и ваши деньги. Это все ваша сеть. Вплоть до 7 линий. Вплоть до 7 линий. И что еще тоже классное? Когда вот это все отработало, оно не закрылось. То есть вы получили подарки, когда в 3 кабинетах вам наприлетала вот эта сумма денег, и в первом кабинете, и во втором, и в третьем, вы реинвестируетесь, и вы опять идете за подарками, за деньгами. И не просто идете как-то отдельно. У вас это просто работает само по себе, там, с других программ, да, само по себе. То есть, вы знаете, у нас очень многогранный бизнес, и у нас как бы нет акцента вот на какую-то отдельную программу. У нас они все классные. Понимаете? Они все классные. Есть такие самые, как говорится, модные, актуальные, самые любимые программы. Вот мы сейчас как раз перейдем с вами на программы ключей. Очень любимые программы. Люди туда стараются быстрее прийти. Они, опять же, свежие, достаточно недавно запустившиеся. То есть, когда пойдут первые квартиры, я вам могу сказать, вы замучаетесь регистрировать просто. Просто люди настолько накидались своими деньгами в хайпы, настолько натерялись, им такие красивые, такую лапшу на уши вешают, им показывают красивый сайт, дорогой, там мокрые печати и так далее. Но все в один прекрасный момент
просто рушится. И люди не, скажем так, не получают тех результатов, за которыми они пришли. Мало того, они просто элементарно теряют огромные деньги. Перестаньте терять огромные деньги. У вас придет точка невозврата, как говорится, в плане хайпов и всего прочего, когда у вас щелкнет, что все. Вот придите и сосредоточьтесь на одной платформе. И вы вообще больше перестанете терять деньги, терять доверие людей, да? Просто работайте, трудитесь на одной платформе. Но ключевое слово – трудитесь. Потому что без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Не просто так эти поговорки. Ни один обеспеченный человек, который сделал сам себя и действительно обеспеченный, они все очень много работали. Теперь смотрите, по спутникам понятно, да? То есть здесь после закрытия в трех кабинетах 7 линий Toyota RAV4 или Kia Sportage. Как это будет происходить? Вы просто-напросто идете в салон в своем городе, выбираете себе автомобильку. Это кроссоверы 4-го поколения, машины-миллионники. Выбираете, корпорация по безналичному расчету расплачивается с салоном. И для тех, кто слушает сетевые компании, когда там говорят, у нас автомобильная программа, у нас там еще что-то. Почему же у вас постоянно не хватает автомобилей? Почему же у вас в один прекрасный момент просто там все встает, и люди в ужасе понимают, что они там что-то выполняли, а все, не хватило? Или почему вы говорите, что вы дарите Мерседесы, когда вы дарите пол Мерседеса, а люди потом своими деньгами поднимают товарообороты, которые падают. Своими деньгами выкупают, чтобы удержаться на том, чтобы не забрали Мерседес. Лизинги, да, всякие. У нас все просчитано, понимаете? Все математически просчитано. Главный наш космонавт с математическим образованием. Еще и с опытом работы в MLM и в интернет. Поэтому имейте в виду, да, я перехожу на ключи. Так, ага, еще раз, да, мы взглянули вот на эту картиночку по поводу спутников и встаем на программы «Ключик и ключ». Вот сейчас я пока показываю общий вид, да, вот общий вид «Ключик и ключ». Скажите мне, пожалуйста, есть ли такие люди, которым ничего не светит в плане жилья? Ну, то есть, например, вот вы живете сейчас на съемной, либо вы, например, живете с детьми, да, и у вас нет родственников, которые подарили бы или вам, или детям какую-то квартирку, там, наследство, там. Вот есть такие люди? Поставьте плюсик. Вот я, например, ставлю свои плюсы по этому поводу. Есть ли такие люди, у которых не светит там что-то, да, вот, ну, нет там квартиры или там, допустим, бывает так, что люди, знаете, живут там, родители в каких-то квартирах просто в ожидании, да, когда родители доживут, такие жуткие, ужасные мысли у них возникают, да, а сами мучаются там, значит, с несколькими семьями детей. Посмотрите, сколько, в общем-то, плюсов, да, пошло. Я уверена, что некоторые стесняются просто, да. То есть вы понимаете, даже если вы сейчас в своем жилье, у вас растут дети и внуки, они не заработают в нашей стране на жилье, и это факт. Иначе наши банки бы все рухнули, понимаете? И что такое на самом деле ипотеки, это петля от банка, это тогда, когда человек платит, потом вдруг у него, например, сокращение на работе. Никто от этого не застрахован, нет никакой стабильности сейчас, никакой нет стабильности. Даже уж вот этой вот нищей стабильности в плане зарплаты и то нет, понимаете? Что вы будете делать? Вас выселят вместе с семьей, с манатками, со всеми, да, на улицу, потому что это квартира банка. Вы мало того, что две квартиры переплачиваете, если не три, когда закрываете ипотеку. Мы же вам предлагаем объединиться, ребят, объединиться вот тем людям, которым нужно жилье. Чем быстрее вы в этих программах, тем для вас лучше. Потому что вы можете долго смотреть, наблюдать, а вдруг все встанет. Да не встанет, ребята. Здесь работают люди, которые третий год ведут это направление. И согласно маркетингу получают постоянно все больше и больше. Вопрос, зачем убивать золотую курицу? Вот просто вот такой элементарный вопрос. Поэтому эти программы развиваются, да, они не так заполняются быстро, как спутник, но извините, это не $10, да?
Но люди разбираются, все равно выходят в эту программу и понимают, что лучше быть в первых рядах получателей 100 тысяч долларов, чем потом дальше. Они это понимают. Поэтому, ребят, у тех, кто, у кого возникает вопрос, да, хочу в программу ключ, у меня нет 2000 долларов, хорошо, 550 долларов всегда можно найти для будущего, для своего жилья, всегда можно найти эти деньги. И только мне не говорите, это вот тем, кому действительно не особо что-то нужно, они не догоняют, да, о том, как будут жить их дети, как внуки будут жить. Они, да, там, знаете, ну как, хочу, да, ну подумаешь, как выйдет, так и выйдет, да. А те, которым действительно вот еще вчера нужно жилье, те, кто на съемном живут, особенно которые переезжали люди бесконечно, они сюда заходят, они находят 550 долларов, они вливаются в ключик, чтобы он их вытолкнул в ключ. Да, 2000 долларов – это более существенная сумма, но у нас и так заходят. И на ключик, и на ключ. Но хотя бы, вот просто, знаете, вот когда нам говорят, да, что у нас там холодильник, например, какой-то, вместо 40 тысяч стоит 25 сейл. Мы почему-то бежим, берем какую-то очередную кредитку на этот холодильник или еще на что-то, на какую-то вот бытовуху, да, вообще, которая будущего не сделает. Холодильник вам не сделает будущего. Понимаете? А вот тут вот, когда человек, например, да, думает, где взять, думайте. Когда человек думает, у него и возможности приходят, и деньги приходят, и так далее. Программа «Ключик». Два партнера под вами, они приводят своих двух, у вас заполнено 6 мест, здесь двухуровневая программа, и вы в программе «Ключ». Вот в «Ключике» здесь вы наличку пока не имеете. Понимаете? Мы сейчас показываем стратегию работы на 505 долларов, не на 550, да, именно «Ключиком», а на 505, когда включаются 6 программ, и в этом случае… Если мы идем через премиум с элит-бизнеса, то есть не нажимаем кнопку в кабинете, у вас в накопительном будут деньги для того, чтобы перезапустить программу «Ключик». В накопительном. И вот смотрите, программа «Ключик», она вас вывела в ключ. И что здесь происходит? Здесь то же самое заполнение прогрессии двойки. То же самое. Но вот здесь получается… 8 линий, а не 7. И, соответственно, не 254, а 510. Вот это тоже заполняется общими усилиями вот этих вот людей. Даже если это не ваши личники. То есть, смотрите, к примеру, вот этот партнер увидел под собой вот этот переливчик вашего третьего, он говорит, ничего себе, и поставил трех людей вот сюда. Позвал сюда трех людей, они встали вот сюда. Получается, какая история? Получается, что вот этот партнер вообще на переливе закрыл первую линию. Но если бы у него не было, если бы у нас не было условий квалификации, он просто бы на халяву ловил по 175 долларов кошелек на вывод. Это справедливо? Нет. Но он не выполнил никакие условия. А вот эти люди под ним начали заполнять свои линии. Но это и его линии. Вот этого, который немножечко пока, допустим, еще нет результатов, да, еще нет партнеров здесь. Он будет ловить по 175 в кошелек тайник, который называется. То есть кошелек в ключе тайник. То есть спутники свои кошельки, в ключе свой кошелек. И есть в общем кабинете по всем программам накопительный и на вывод. Понимаете? Вот этот вот ключ, когда увидит, что у вас есть здесь три партнера, он всю кучку денег, какая бы она ни была, сколько бы раз вы не получили по 175, он выдаст вам именно в E-пурсе, да, в E-кошелек. То есть на первой нашей вкладке в кабинете. Он туда выкинет вот эту наличку, в этот кошелек, когда он увидел третьего вашего личника. То есть с кем завязаны реферальные отношения. Но это не говорит о том, что вам сюда нужно отдельно приглашать. Нет. Ваши же люди, вы же многие уже простроены, вы уже многие установили друг с другом доверительные отношения, взаимоотношения. Вы убедились после того, как мы встретились с партнерами на земле, что мы будем работать долго, до результата каждого, понимаете? Вы же уже убедились в этом. Так берите просто-напросто, добавляйте там в накопительную сумму, нажимайте все на ключик, вы быстренько повылетаете в ключ. Самое главное быть в нем, понимаете?
Сейчас начало вот этой глобальной сетки всей корпорации. Самое начало. Есть закон MLM 1990 с расширением, вы же знаете прекрасно. И попасть вот в этот 1% людей, которые сейчас работают с этим уникальным финансовым продуктом, это очень важно и интересно. Поэтому не факт, что вот сюда придут люди просто отдельно. Да, вот вы дали им свои 3 реферальные ссылки, они говорят, я вот сразу в ключ. Ну, замечательно, можно так, отлично, он все равно ваш личник. Ну, а может быть, он пришел на 505, он сказал, я сейчас 6 программ включаю, своих людей подключаю на 6 программ, потому что там наличные деньги летят постоянно. И он уже с 2 своими личниками, он вылетает в ключик. То есть, видите, какая автоматизированная завязка везде. Из основного бизнеса в ключик, из ключика в ключ. Но если вы хотите побыстрее быть в программе «Ключ», соответственно, вы сокращаете путь. То есть вы заходите быстрее в ключик, и он уже выводит в ключ. Вы на один шаг сократили путь. То есть или, например, с элит-бизнеса, да, в ключик, или с премиума, то есть с той программы, которая еще до этого, да, элит-бизнес или премиум, как бы 3 шага, да, с элит-бизнеса в ключик, с ключика в ключ. 1, 2, 3. Даже получается как бы 2 отрезка, да, с элит-бизнеса, если отрезками брать. А может быть, просто 1 отрезок. Вот, например, отрезок с элит-бизнеса в ключик. И вам нужно еще сделать некий путь, да, в 6 ячеек внизу, чтобы попасть в ключ. А если вы хотите сократить этот путь, то вы вот в ключике, и вот вы делаете вот эти шаги, и вы в ключе, да. То есть смотрите, но при этом у вас пока наличных денег нет. Если вы берете вот эти вот 2 отрезка, да, вот этим ходом на 505, то у вас уже и наличные деньги летят, и постепенно идет выстраивание. Смотрите, решайте сами, решать вам, естественно. Решать вам. И вот когда у вас вот эти деньги по 175 будут получены, 510 раз, уже потрачены, это говорит о том, что вот эти 2 человека, которые с вами на первой линии, они вам поверили, пошли за вами, да, сразу. Вы дальше еще и помогаете им закрывать эти линии, потому что это его линии. У вас все, первая линия выстроилась. Они уже по 50 тысяч долларов вывели. Понимаете? Вот эти вот суммы. А те, которые под ними, на второй линии, вот эти 4 человека, они уже вывели по... Сколько? По 20 тысяч долларов. 8 человек уже вывели. Какие деньги? По 10 тысяч долларов. У них закрылись 5 линий. Тогда, когда у вас закрылись все 8 линий. Вы понимаете? Вот у каждого из этих 8 человек, вот у каждого, у них уже 5 линий закрылось. Когда у вас закрылось 8, это ли не объединение, причем сильное, мощное, действительно дружное? Это ли не объединение, когда все в шоколаде, никаких заливаний наверх, никаких рисков, никакого отдельного кошелька ИПС, да, как в финансовых пирамидах, да, и потом высылаешь туда вообще непонятно кому. Вот здесь человек вылетает в ключ сразу в статистике, произошла линейка, 8 человек по 175 получили. И копится именно жилищный вот этот вот фонд, потому что когда, извиняюсь, когда у вас закрылись 8 линий, вы с деньгами по всем программам, не только по ключу, с наличными деньгами, но вам еще бонус 100 тысяч долларов на покупку недвижимости. Поэтому мы и говорим, где вам еще подарят 100 тысяч долларов, однозначно, без того, чтобы, знаете, чего-то не хватило. Здесь все просчитано. Всем все хватит. Здесь все просчитано. У нас математически, логически, автоматизированно обоснован бизнес. Подтвержден фактами. Это подтверждение фактами. Когда мне говорят, я говорю, когда идет речь, допустим, да, вот где бы там, например, 200 тысяч долларов, например, сделать, да, заработать. Да не вопрос, первую неделю ты ставишь 3 своих людей. Даже если ты 2 ставишь людей, ты просто пока еще наличку иметь не будешь, у тебя заполнение идет. Ставишь 3 людей в первую неделю, на вторую неделю они своих 3 ставят. У тебя уже будет заполнено 12 человек, да? У тебя уже почти третья линия будет заполнена. Далее вот эти вот 9 человек ставят каждый по 3, это еще плюсом 27, это 39 человек.
Смотрите, начинает заполняться уже вот эта линия. На четвертую недельку, на пятую недельку. Буквально 6 недель, 6 недель, это полтора месяца. И у тебя в кармане 11 миллионов рублей. В кармане у твоих людей уже по 50 тысяч долларов. Понимаете, у твоей вот этой вот первой линии, потому что у них закрылось 7 линий. У них уже по 50 тысяч долларов. Мне говорят, это нереально, это невозможно. Ну сделай так, задави фактами. Тогда ты будешь говорить, что это нереально и невозможно. Если вы закрыты к большим деньгам, космос вас не пускает, тогда это другой вопрос, понимаете? Что вы не видите вот этого, около своего носика только люди видят, да? То есть вот так вот работает программа спутника, программа ключика. Вот она работает двумя уровнями, но все мы находимся в одном общем глобальном бинаре корпорации. Сюда слетаются в общий глобальный бинар, вот точка, от которой пошло, это главный аккаунт. Сюда слетаются все, и первый кабинет, а кто-то во втором ключик взял, да, кто-то в третьем. Кто-то вообще, как бы, понимаете, выравнивает команды, перемешивает ссылки. И получается, сюда слетаются все. И вот этот вот глобальный, он тоже крутится. И он не встает вот сюда же, он встает под партнеров. Он встает под партнеров, тем самым, опять же, помогая вылетать в ключ. Он встает под партнеров, его люди встают также под партнеров, под него, да, его личники. Они к нему полетят, вот сюда. То есть мы летим за мамочкой или за папочкой, да, в зависимости, кто у вас спонсор, бизнесмен или бизнес-леди. Летим за ними. Если их нет в этой программе, робот найдет верхнего. Он выше посмотрит, верхнюю цепочку спонсора найдет. У каждого из нас две линии. Это цикл ключика. Первый цикл, запомните раз и навсегда, если у вас не включен ключ, то первый цикл включит ключ. Если вы включили сразу ключ, то есть вы взяли и ключик, и ключ. Вот вам захотелось взять еще источник дохода, как ключик, да, отдельный. Но вы захотели в ключе быть побыстрее. Побыстрее быть в ключе. Это ваше право. Тогда ключик вам будет отдавать со второго цикла 450 на вывод, запустит вас в 1000 и реинвестируется сам. И вы опять полетите за верхним наставником. Нет его здесь, значит, более верхнего найдет спонсор. Если ваш наставник потом проснется, вот, например, вы пришли в ключик быстрее него, он потом проснется, ключик зачтет эту квалификацию. Но ключ, программа ключ, не зачтет, если ваш нижний быстрее вас вылетел в программу ключ. Ключ, в ключе вы его как квалификацию потеряете. Если у вас много партнеров, вы настроены работать дальше, ничего страшного. Будет следующий как квалификация. Просто понимайте и знайте, вот здесь есть такая поблажка, да, когда спонсор поспал, а потом вдруг встрепенулся и пришел в ключик. Да, он его пропустит как бизнес-место, потому что он уже встал в двухуровневый бинар к другому верхнему спонсору. Но как квалификация это учтется. Ребят, это понятно? Поставьте, пожалуйста, мне цифру 7. Это понятно? Цифру 7 поставьте. Как квалификация это учтется. Но когда он прилетит к верхнему, то есть его наставника не было в ключике. Робот нашел наставника-наставника, тот был в ключике. Вот тому наставнику-наставника вы, как личник, не зачтетесь в программе ключик. Это будет в ключе. То есть в ключе вы зачтетесь. Вот если под вами спит партнер, а его партнер летит в ключ, значит, если вы есть в ключе, он придет относительно вас в эту сетку, сверху вниз, слева направо, и вам в ключе зачтется квалификация. Даже не вашим лично приглашенным. Это по ключу. По ключику другая история. Повторяюсь. По ключику есть такая поблажка. Но для того, чтобы мы не плодили халявщиков, которые останавливают любой нормальный проект, например, да, он начинает вставать. Вроде бы нормальный проект был, вроде бы все более-менее прекрасно, но что-то все останавливается. Мы работаем и будем работать долго, понимаете? Для того, чтобы у нас все двигалось, для того, чтобы люди не выезжали за счет других людей, вот для этого и созданы различные вот эти условия.
Хотя, когда нам говорят, да у вас денег зарабатывать можно только, когда есть квалификация. Вот что несут люди, вообще непонятно. Несут это те люди, которые не разобрались. У нас деньги с первого партнера на руках. Если вы включены минимум в двух программах. Понимаете? Поэтому, когда говорят, ой, да чтобы деньги получить, надо квалификацию выполнить. Чтобы дальше получать деньги, нужно закрутить весь этот маховик. Потому что все эти наши шестеренки без нас с вами не двигаются. Не двигаются. Поэтому, друзья мои, я не буду сейчас вам показывать стратегию на 505, я вам ее покажу через час, 17 часов по Москве, чтобы у вас не был перегруз. Достаточно здесь уже разбора, да, вот этого. Я вам показала, как идет заполнение бизнес-мест в подарочных программах. У кого сейчас есть какие вопросы, пишите мне, пожалуйста, ваши вопросы. Пишите мне, пожалуйста, ваши вопросы. Вот эта программка, она вообще создавалась как предстартовый мостик. Но она и является еще отдельным источником дохода. Потому что когда вы ее перезапустили, вы сможете вообще не контролировать, как говорится, процесс. Что я имею в виду? То есть вас никто не обгонит. Вот у вас внизу в команде идет работа, вы подтянули людей бизнес-ориентированных, действующих, они работают, порой вы даже этого не замечаете, да, все происходит щелкивание по программам, вылет денег, и вы никогда не пропустите никого, будучи в программе ключик, потому что те, кто не перезапустился, например, да, вот вылетел в ключ и не перезапустился, ребят, ну вы когда вы делитесь с людьми данной возможности, когда вы приглашаете на наши встречи, когда вы работаете там, я не знаю, голосом, да, и так далее, вы же говорите о жилищных программах, вы же говорите, что есть вот такой вот предстартовый мостик, то есть есть возможность попасть в ключ не за 2000 долларов, а за 550. Понимаете, наверняка вы это говорите. Вот если вас здесь нет в ключике, ваше подсознание откидывает человека, чтобы он не заходил сюда. Оно ему шепчет, подсознанию его, да, не надо, меня здесь еще нет, ты подожди и так далее. Поэтому те, кто настроен активно, серьезно работать, ускоряйтесь по программам, по вот этим вот модным программам. Я вам не говорю конкретно про программу Elite Premium, например, да? Я не говорю конкретно про 1000, хотя там тоже сейчас отдаются деньги на вывод. Я говорю именно про вот эти вот самые актуальные наши вкусные программы. Это Спутник 100 после изменений. Это Элит Бизнес, Эконом Бизнес, Зодиак, Спутник 10, программа Ключик. То есть стараться вот сюда вот побыстрее в эти программы. Вы всегда можете в любой момент добавить денег в накопительный кошелечек, узнать у наставника, да, предупредить его и сказать, слушай, я захожу вот сейчас в эти программы. Я хочу двигаться, я буду людей, когда приглашать, я же буду говорить об этих программах. Я буду говорить о том, насколько можно быстро здесь заработать деньги в 100 тысяч долларов. Даже получится не 100 тысяч долларов, а 189 тысяч долларов. Только касаемо ключа. Это я не говорю про остальные программы. Они у вас все равно будут крутиться. Да только касаемо ключа. Нет, если вы, конечно, все дружно идете только ключиком и ключом, то будут крутиться только эти программы. Если вы заходите на стратегию 505, то будут вообще со всех источников дохода литься денежный дождь долларовый. Просто литься 25, 30, 20, 250, потом бам, цикл ключика, 1450 на вывод, 1450 на вывод. Замечательно? Одним чеком, только с одной программы. Замечательно. Ставьте высокие большие цели. Благодарю, Анна. Вопросов, я так понимаю, нет? Вопросов нет. Благодарю вас, Сергей, за то, что приходите, разбираетесь. Я всегда говорю, из этого бизнеса, допустим, разворачиваются из этого бизнеса те люди, которые еще не достойны серьезных доходов, это раз. Те люди, которые не разобрались на наших школах, в наших программах, мы для этого и кричим вам каждый день, и вы знаете, выдаем вам очень много энергетики таким образом. Поэтому как-то давайте вот немножко вот к этому посерьезнее относиться.
Вы поймите, вот у нас у спикеров провести один вебинар, это 2 часа из рабочего графика просто вылетели. Мы работаем для вас, ребят, а не только для себя. Поэтому давайте мы с вами как-то будем стараться новичков выводить на эти школы. Приходи, разбирайся, приходи, разбирайся. Приходи, разбирайся, а не так, что новички потом: «Ой, а я не знал». До автомата все равно, знал ты или не знал. Ему вот эти вот наши, знаете, вот человеческие вот какие-то эти вещи, да, короны и так далее, ему все равно, ему по факту, что происходит. Вам спасибо всем. Встречаемся через час. С вами была Наталья. Те люди, которые здесь впервые, пожалуйста, дайте знать вашим пригласителям. Будете ли вы с нами действовать? По крайней мере, ну, как бы скажите, понравилось, не понравилось, да? Прям вот так вот. Слушай, понравилось, сейчас буду разбираться. Не понравилось, нет, мне это не надо, я пошел дальше. Не вопрос. Идите еще отрабатывайте карму в интернете. Может быть, вам и деньги-то не нужны. Просто, ну, я порой смотрю так вот на людей, ну, действительно деньги не нужны. Так что-то, знаете, от нечего делать. Просто вот потусуются в интернете и все. От нечего делать. Деньги не нужны. Поэтому дайте знать, пожалуйста, тем людям, кто вас пригласил. Если здесь у нас есть гости, я уверена, что они здесь есть. У нас гости стеснительные обычно. И приходите через час разбираться по остальным программам, как они технически функционируют, чтобы понимать, где что может быть, какие обгоны могут быть вообще, как нужно держать руку на пульсе в команде. Разбирайтесь, я буду вас ждать в 17 часов по Москве. С вами была Наталья, благодарю вас всех. Ребят, всем успехов, всем классных, активных, позитивных людей на связь и, конечно же, быстрых закрытий сделок. До свидания.